Даже две. Одного Виталий украл. Да, поехали. Запись пошла. Передайте своим мамкам привет. Блять, Санчес. Передаю привет Киеву. 02.03.2024. Передаю привет Мельчикову. Ну ты подожди, работайте дальше, нарежьте хохлов. Не, ну 03-го... Ну, он на вас хейт осваливается, скажут. Зет, слава России. Вот Зихарь, эти пидоры, вот они. Хохлам. Мы их ники запомнили. Хамас, мы, ребята, тоже там молодцы, найдем. Ебашьте дальше этих. По никнейму найдут вас, пацаны. Эй. Пизда. Вам. Хамас, ебашьте дальше этих ваших сахалов. Ой, блин. Ой, какая охренительная это. Я ого. А где я? Где я? Чего, подожди, а разве эта сторона не за синих? А, меня перекинуло просто. Надо меньше бухать. О, конец карты, да. О, край права! Ё-моё! А у меня один вопрос, а я один слева или как? Да. Ну нет, Санчезом еще. Со мной. Женька, короче, надо распределить. Виталий, ты скоро приказываешь? Наш банк напополам. Дельфин. Играешь это направление. Ты мне на центр предлагаешь? Да. Да, потому что Виталий заспавнился. Ладно. Дельфин, кайфуй. Я выбираю жить в кайф. Надо на какую-нибудь хуйню позаниматься. Виталий, копи деньги. Так, ну я не зря, по крайней мере, морпех. А что, Санчес? На текстуру. На текстуру чего? Кстати, Санчес, когда МТЛБ с авиабомбой? Честно, мне вот меньше вэшки интересно, хочу стереть другой юнит. М-ку? Ну тут тогда надо по полной. Потому что вэшка-то есть, и эту текстуру надо настроить. С-400 триумф. А, да нет, это слишком жирно. А бы добавить, короче, возможность ракеты С-300 запускать в сторону врага. Понимаешь, он более стационарный, чем вэшки. Понимаешь, это более стационарный комплекс. Я не успеваю, я сразу же вам сказали. Санчес, ты в курсе, что С-300 должно еще иметь возможность стрелять по земле? Ты в курсе, что ты до сюда, Дельфин? Да ты охренел, пошел ты нахрен. Да ты прикалываешься? Ты нахуй земле. Какой? Он до сюда, блин. Сань, показывай. Ага, а не хо-хо, не хо-хо? Вот хо-хо, не хо-хо, да. Ты в смысле, а... Я че, центр право играть и еще край лево? Край лево еще? Ладно. Центр право и край право. Кто слева от меня играет? О, пиво. Нормально. Да там ебейшее пиво. Охота крепкая. Охота крепкая, блин, Балтика девяточка. Я думал, вы оцел лучшего мнения. А в чем? Че? С тебя Искандер. Ебать. Я не знаю, откуда ты застанешь. Приказ, капитан! Я против китфлипа, блять. Я еще снайпера проебал. Зря, жалко. Гусь, это приказ капитана? Да. О, вертолет. Жду Искандер на двигать. Это вертолет. Жду задания. Объясните, как мой пулеметчик умудрился отсосать? Ева. Жду задания. Ева дура. Мне так не нравится, когда люди окопы эти копают, сука. Какие китфлипы позорные. Ну, китфлип пока тебя вроде ебет. 4 на 5, кстати. Он даже на первом месте, у него 5 в 3 раза. Из-за того, что у него окопы ебучие выкопаны. Плюс он на Британии играет. Китфлип на Британию посадили? Да, у него 2 пулеметчика. Но его не посадили, он сам зашел туда. Блин, Санчес, давай, чтобы не заползали ко мне.
Какие же они бедные. И поэтому и упал, сука. Слушаю, командир. Жду задания. Распределять огонь. Не, смотри, Британию пушить со старта вообще Unreal, потому что у нее слишком много пехоты. Да, вернее, мало, столько же. Наоборот, у них мало пехоты. А у кого лучше? Задание. В Британии самая лучшая пехота старта за нас. Но у них при этом нет всяких АТ-шек, которые могли бы пехоту убивать. Блядь, как он, блядь, у него один раненый этот перестреливает, блядь, моих. Прикройте меня! Ну, шоки как, блядь. Хуеть. То ли мой снайпер. А, да! Блин, у меня бот идиот. Конченый. Давай. А, дельфин слева на этот раз. Придурок, поехал куда-то. Мосли, а ты с Артемом опять играешь? Ну, фрауфланг. Иди нахуй, ладно? Мосли, играй как обычно. Либо иди нахуй. Ну, я сейчас пытаюсь поддавить его. Кого ты пытаешься поддавить? Еву, сейчас пехоту. Ты на какие точки давить собрался, расскажи, пожалуйста. Сука, иди нахуй, либо иди нахуй, что-то одно из двух. Не, мне страшно просто после таких фраз. Я пытаюсь поддавить. Нет, ну только не снайпера. Блин, задолбал, перекупи гранаты лишь избить. Блядь, а как он едет? Ты гусь, свой радар поставил ебучий. Проехать не могу. Дави. У меня тут двое, у меня есть эксыщ. Не знаю, что там Британия в плане пехоты прям... Пиздец. Опа, Брэдли тут. А, Брэдли! Давайте дружно скажем Виталия то, что у них нет Британии, потому что они играют на Амерах. Сука! А, ну это Америки, ну похуй. Блядь, ну не бей меня! Сука. Да, понятно, почему так больно пехота бьет. Ой, а вы тут спрятались. Жду задания. Блин. Ух, кто взял. Блять, нихуя, они просто стоят и даже не стреляют нахуй. Просто стоят нахуй и смотрят, о, а у нас БТР стреляет, охуенно. Алло, нас вдвоем как-то пушит. Кого нас, кого вдвоем? Ну кто со мной еще на центре? Ну я, понимаешь, типа, ко мне Ева приезжала. А я ничего тебе не говорю. Тебе сейчас имя. Я не... Все нормально, не сы, пока ты... А, нет, не тащим, ну похуй. Мы не тащим, и кроме того, меня очень да хорошо так отстреливают. Просто пока терпи. Да задолбал это терпи. Ладно. Я предлагаю на стиме навалиться. Вот он, типа, дорогой. Другой нам ничего не сделаем до танка. У меня еще и берет, да. Приятно. О. Классический драгун, блядь. Я его убил. Там продляющий. Блин, откуда? Откуда по мне сейчас прилетит? Вот откуда? По Бордлю въебали, да? Отлично. Да. Хороший вот тут Бордля. Там еще какой-то говно. Какой нахуй помощник гранатометчика, они тебе показывают. Вертолет летит, вертолет. Это вертолет. У нас вдвоем, если что, так. Вылети. Бля, ну я, слушай, я не успею, мне не хватает просто диких там 5 метров, чтобы пустить пузырька в него. Мосли на общий пусть садится. Который тоже вылетит. Ну, вот это потом суть. Бля, а мне драгун, походу, в боекладку попал. Меня Эссекс вместе с Евой, мягко скажем, обстреливают всем, чем можно. Поэтому я как бы не очень это... Мосли, ты услышал? Я услышал. Елец. Такое себе держаться, в общем. Да, скорее всего, вылет. Все. Масли дам вообще. Закупайся. Какие-то
Стрик успел заебать за начало игры. Своей американской пехотой, блядь. Катар. Ребята, готовьтесь к игре! Вот ты спидер везучий! Получили! Продвигайся, Дельфин, помогай мне пушить. Если у тебя все плохо, я сейчас... Там вон этот драгун и вертушка летит еще. Вертушка летит? Это плохо. Жду задания. Виталя, будь аккуратен, у меня сейчас пехота должна подъехать. Закрой тогда этот план. Да бля, ну пиздец, он просто один пех просто перестреливает. Я там пузыркашник, кстати, убил. А куда цело бежит единичный пехотинец? Ну, что-то у меня стрела сбила, что не знаю. Или стрела что-то сбит. Блин, ну Брэдлик... Там, по-моему, танк приехал. Санчес, купи главный птур, сейчас целый танк приедет. БМП-3 за птур сойдет. Не, уже нормальный птур. Жду задания. Тут надо зачистить территорию тогда. Аркан пробития не имеет, серьезно? Не, 105-ка, камон. Я тоже корнет куплю, потому что нам нужно будет купить целый танк. Я куплю корнет, да, но я не знаю его... Я не знаю, что у него за пехота, но она перестреливает моих спецназов, понимаешь? Но только не сейчас, чуть позже, мне надо тут копить очки. Просто купи. Называется новое... Это, Дмитрий Мост, убей хаммер, убей хаммер, убей хаммер, Дмитрий Мост, убей хаммер, вот тут сейчас будет. Появится. С беттера, убей его. Травами бейте. У них глазки катаются, черт. Ну еще, давайте еще РВД. Арту. Он отогнал его. Пофиг, тогда ладно. Товка, 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 товка. Сейчас постараюсь выбить. Блядь. Да. Ну это уже начинает бесить. По мне еще арта обрабатывает. У них другой фланг падает. Жду задание. А как же меня начинает бесить, когда вы говорите, что у вас арта обрабатывает, когда у противника лётка? Вот топ притащил. Значит, миномет. А зачем там сюда? Да, точно миномет. Арта проходит. Миномет. Нихуя он фейлы делает. Еще и танк с ЭГСом, походу. Они... Не, ну они на меня навалились прям хорошо. Я в обороне. Кто-то приехал помогать. Но я в обороне, я не могу наступать, там двое, и это очень неприятно. Жду задания. Блин, ну минаки сейчас будут равнять. Вот что-то придумать. Тихо. Виталя, корнет, говоришь, поставить, да? Я тащу корнет. Да, я тоже скуплю. Все, у них танк приехал. Блин, корнет я не возьму, слышь, Артём. Пока не возьму. БМПшку вы это... Очень много Брэдли, всякого говна, который... Брэдли выманил перед экраном. Ладно, не возьмешь, так не возьмешь. Ну я не могу пока Брэдли просто. Убить. Жду задания. Убил. Всё, красиво. Развели его. Так. А, Дмитрий Мостер реально со мной на одном фланге? М? Понял. Ладно. Ну что с графикой случилось, она прям совсем стала говном. Блять, у него пока... Вертолёт. А, это твои. Жду задание. Ой, спасибо за минак. Гусь, ударный вертолет. Ай, черт. Не попало. Опять не попал.
Там просто переднего края нету обороны. Можешь вот сюда забросить, блядь! Вертолет. Франчис, дави, я цел отвлекаю полностью. Жду задание. Я сейчас могу стрелу перевести на твой фланг, если не получится это. Давлю, я пехоту. Да, притащи сюда стрелу, очень нужно. Полезно будет. А лучше пехо. Все, вот, корнет. Корнет сейчас возьмем. Ты взял корнет? Вот взял. Нет, говорил. Я тоже вообще. Какая-то. Я тигр с агрессом взял, потому что он. Что у меня с графикой случилось? Это же вообще пиздец. Бредля подъехала. Не убью сейчас вообще никак. Я на починке. Ну думаю, может эти взять. Ай, не тижу, тут стоял. Да взял, ладно, я возьму сейчас корнет. Я корнет взял. Пробу. Не надо уже, не надо. Я уже взял. Ладно. Корнет все равно пригодится. Пусть бей, пожалуйста, вертолет. Какой? Ударный. Он по низам летает. Я его перехватить не могу. Ну, точки мы взяли. Но это справа пока мы, потому что держим. Да тут и лево все вдоль дороги взято. А, да? Ну, отлично. Жду задания. Корнет по страйкеру. Боеприпасы, если у тебя в тулу есть, на правом плане. Отлично. Ебали. Блин, мне бы... Ой, танчик. Я пока покидаю переднюю блин, линию. Бля, он по мне попал. Я попробую. Я почти слишком много его пехи против моей. Да тут двое, потому сюда, что, блин. Сюда, хуй уйдёшь. Умер. А? А пошёл ты. Красиво всё. Минус бомбочку. Жду задания. У меня умер ПЗРК, это что справа, поэтому я держись понял. С другом ближе. Корнет? Или у тебя нету? Саш, где твой корнет? А, где? Корнет подвезло. Я понял, мне двое просто пехоту штурмуют, мне надо пехоту больше. Я здесь подведу, если что. Так, подвезли. Танк, я сейчас попробую корнетом. Ребят, поставьте паузу, пожалуйста. Ну, напиши. Напиши паузу, попроси. Хотя он скрыл. Он не попал, прикинь. Жду задания. У меня вертолет летит. Сюда, походу, лямбда перетянулся на место его. Да их вдвое, они двое сразу, с самого начала. Вот так вот! Дух. Я об этом толкую. Ну, один из них либо расхитил. Они не перетянулись, они вдвоем сразу на этом направлении. Блять, мне корнет убили. Жду задания. Да, мне танк где-то убили, блять. Еще для уровня. Очень досадно. Жду задания. Не понял. А с чего мне сейчас стрелу убили? У меня даже шарик появился. Это какой нахрен корнет? У США. Я не понял сейчас. Что за нафиг? У него спайковоз, что ли? Нет. А что? Ура, я думал, что поставить паузу. У меня один моник отвалился. Блин, я что-то не понял, как мне в тылу так стрелу далеко грохнули. Левый фланг, я надеюсь, у вас присутствует. У нас ивера нет случаем. Что присутствует? ПЗРК. Я тор, я тор возьму. Что тебе в тылу убить? Какой тор? Не нужен тор. Вот, стрела, возьмем. Видишь, где тигр стоит? Ближе ко мне. Там сказано купить ПЗРК, а не надо корнет? Тор. Метримасик, где корнет? Я тор возьму. Тор, блин, это не тор. Тебе сказано купить ПЗРК, это приказ. Метримасик, где корнет? А, тор не нужен. Тут нужен. Это что, готовься, там если выйдет окей, что-нибудь. Окей, тогда я мобильный отряд ПЗРК быстрее. Беру. Пусть добей танк, плиз. Метку. Можешь дать бетер, пожалуйста? А, шарат! Метка, ну стоит у меня на фланге, вот он. Что за самолет взлетел? Посмотри, пожалуйста, я не могу. Угу. Самолет. Бовоз. Пехота веди. СДБ, 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 СДБ. Жду задания. Слушаю, командир. Второй, четвертый. Перенеси огонь на лоб. Уходи оттуда! В атаку! Так. Держать направление. Слушаю, командир. Да, командир. Блин, еще у них. Брэдлик. По Брэдлику кидаю. Тору уводи.
по нему сейчас летело. На страйкера не веди, положи пехоту, сейчас страйкера попробую убить, потом уже веди. Джава. Задание принято. Сейчас попробую СГС накрыть то место. Бомба не, в танк. Не надо, не рискуй, не рискуй, умрешь. Умрешь. Нет. Жду задание. Бомба в радар тягусь. Че тогда даю? Плохо. Ебать, бомбы сейчас летят красиво. Просто по пике, да, работай вот так вот. Туда уже мертвого фури перетягивается, это отлично. Правый тор поврежден, не могу вам ничем помочь. Сбивать бомбы не получится. Нет, не возьмешь, сука! Да, командир. Слушаю, командир. Прикройте меня! Сейчас Саня подтяну сюда. Обрабатывай кубик. Давай, я под нос тоже. И упал, сука. Жду задание. Мне нужен юнит для атаки. Жду задание. Тут убейте эту хрень. Да, командир. Гость. Вот можно распилотники запускать? Да, запускать. Лишними явно не будет. О, пустил. Слушай, газик с карнетом брать, Виталий, или, или 80-ку лучше взять? Не, бери что-то, что может кушать, что-то, что может убивать пехоту. Так, тогда БВ. Там, а, серьезно, он мне еще и пук повредить умудрился. Прикройте меня! По нему сбил, но у меня карнет типа... А много еще для вас! Да блин, там еще Брэдли. А, еще один боковой тор уничтожил. Тихо-тихо, мой пеху не сдали на МТЛБ. Слушай, ну... Я все чего-то врачу. А, Брэдли убили. Прикройте меня! Жду задания. У них там Абрамс. Гусь, ты можешь высокоточку навести на их Абрамс? Да, могу. Сейчас, мой, если мой дрон подлетит и пролетит, то я тебе дам лазерный целеуказатель. Гусь, ну нас бомбят очень сильно. Ну круто, у вас выбили только что просто тор. Это не наше. Тут они хабром. Мне танк убили бомбой сейчас просто. Чё дымит стоит, я и так вижу. И упал, сука. Ну я дымит. Дымись, потеплю. По нам бомба. Летит, падла. Блин, карнет убили, козлы. Я ведь не прямой. Прикройте меня! Дмитрий Маслов, у тебя карнет жив? Двой. Это самое главное. Серьезно? Да блин, по мне полутора тонки прилетает. Меня тор, меня тор проигнорировало сейчас просто. Ты еще направил фланг. Меня вы бомбили. Что тащишь? Комиссар. Хорошо. Если что, туров на центре пока нет. Меня просто вы бомбили. Хотел слышать, да. Нет, иди до сих пор стоит живой. Профессор. Артём, у тебя есть туры хоть какие-нибудь на центр один хотя бы? Ну, ментис у меня так, есть. Слушай, Виталий, подними ПЗРК. ПЗРК подними, блядь, пожалуйста. Там меня просто разбомбили сейчас. Там и боеприпасы, там и все. Он убил. Убил. Ну, у меня, короче, танк повреждён. Конкурс убили, который был, но я им Грава убил. Право. Скажи, когда сможешь. Жду задание. Право? Так, я пока даже дроны не могу. О, летит. Очень сильно. На меня, кстати, бомба летит, на меня бомба. Вроде мимо. Плохо. Мимо. Блять, под нос убили. А где ПВО? ПВО выпили. Вон только центр защищает теперь. Все, я готов светить, свечу. Светишь? Да, свечу. Сейчас пуск? Разворот иду. Разворот иду. Пустил. О, свечу. Свети. Свечу. Все, отлично. Пуск пошел. Должен выбить его. Дальше лети. Дальше что? Лево, право. Лево. Самолет. ПРР, лево. Походу. Да, ПРРка. Страйкер с АГС, могу его засветить. Минус тор. Он, ну, серьезно, он выключенный тор навелся. Вот тор и шарам был. Меня сбили.
проблем. Бам. Я его нахуй с игры выкинул, только что одним выстрелом. Саня очень хорошо накидывает, продолжай. Я сейчас полезу. Все, отлично. Над нами беспилотник. Стараюсь сейчас взять в ближайшее время стрелу. Саня, надеюсь, ты прорвешься, потому что я цело развлекаю тут со всеми. Улыбай не буду. Слушай, надо добивать его. Дрон пускаю. Пускаю, у меня всего лишь костер 500 топлива осталось. Сбил. Я тоже пускаю дрон. Сбил дрон, который... У меня АГС, там пехоту нет смысла ближе подводить. Прикройте меня! Корт еще тащу на чуть левее, на горку. Вижу АГС и страйкер, сейчас по нему я отработаю. У меня только один снайкер. Блин, у них очень много пехоты, на центр, блин, бежит. Просто такая полно. Сейчас тигр почили. Шарат или... что-то там радар обычный. Выбил. Жду задание. Я лечу опять же дроном. Так же налево лететь? Левее лети. А, нет, это не мой дрон. Это боеприпасы светит. Дмитрий Мост, отведи боеприпасы. Дмитрий Мост, боеприпасы светит. Дмитрий боеприпасы. Лазером боеприпасы. Лазером боеприпасы свети. Сейчас. У меня танк, помощь. Я тебе дрон сейчас был на центре. Я ребята, ну пожалуйста, заебался при двоих играть. Еще меня бомбят всяк. Постоянно. Меня жду задание. Помощь. Слушаю, командир. Вот этого убей. Будет исполнено. АГС. Противник по правому борту. О, говно ели. А я его подловил. Но ей повезло. Да сколько у нас там, блин? Сколько у нас пехоты у Эссекс? Запускайте дроны в большом количестве, у него патриот появился. Мой дрон сбили. Я не могу. Просто говорю, не могу. Мой сбили. Блин, Мосли! Тут... Мосли уравнивает шанс, как обычно. Мосли, сколько у тебя оперативы? Чё нормально с ней? Ты из 8 игр 8 вылечил. Нет. Виталий, давайте да. Там БМП-3 починишь башню, я просто не успеваю. Правда, нет, боже, я сам у самого, блядь, половины танка этого, там, парка чинить. На роутс я не вылетал вчера, вообще игру отыграл. Че, мне водюниты забирать? Да. ЗПУ, блин, звездочка. меня выбил там. ЗПУ или звездочка? ЗПУ. Блин, ну меня таск выбил сейчас. Меня очень важный юнит выбил, козел. Сейчас вот только 40 используется. Справа чем там помочь? Справа? Просто смотри, чтобы по центру все нормально было. В центре я пытаюсь просто удержаться, потому что меня тут тупо вдвоем штурмовали долгое время. Жду задания. Было, а еще один танк. С танком вот как раз хожу там. Если поможешь, будешь вообще будешь будет очень. Хотя нет, тут налево, левый центр едет танк. Пока тормозни. Смотри, пожалуйста, что просто вот тут было все нормально. Подожди, я таск там вижу. Ну, бля, повезло дуре. На контроле не хватит. А куда он едет, Эсик? Не пробил? Пробил. Ой, я вижу там вкусную цель. Убей, секунду, пожалуйста, меня убью, 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 работаю по нему. Окей. О, самолет какой-то пизданулся. Тур минус, точно, холме тур минус. Но мне надо теперь уйти, мне потому что танк... На аэродром проезжай. Не, дальше. Танком на аэродром проезжай. Да он уже поднялся, самолет. Просто проезжай. Он меня заптурил. Там танк жив остался, блять, вы понимаете? Виталь, дай я проеду на этом. Нет. На беспилот. О, а вижу. Подожди, ты, у тебя выбили или еще нет? Нет,
Я на густе стою. Где у него стоит? Алин! Тут пехота вся стоит. Жду задания. Патриот где стоит? Хуй его знает, где патриот стоит. Будет выполнено! Блин, ну я в танк не попадаю, ты прикинь. Блин, ну что за прикол? Ну все, уезжай, не рискуй. Помоги правому фланге больше. Танком? Да. Давай. Пусть не попала ракета. Чего? Да блин, у меня БМП-3 выбили. Повезло попала забрать его Еурона. Цепани меня, цепани! Стой, дельфин, цепани меня! Подожди, там... Не могу. Безопасно. Пока. Безопасно. А, по мне арта он работает, или что-то тяжелое. Значит, он ей просто на меня, все, я цепляю. Это у них арты, тебе сказали, это сколько. А сколько что это тогда прилетает? Не блядь, знаю, МПК, да, ну сколько. Я на сам выбил. Цепанул, давай, погнал. На сам выбил. Ну давай, давай, еду. Подожди, тут уже конец игры. А ты собьешь ведь надо мной то, что, да? Он там в пролет идет. Ну задыми, а то у меня сейчас это... А я не могу уже не управлять, просто сам задыми. Да обычными дымами, блин. Окей. Бегу. Радар поломал. Yes, он фул по нашим талам откидался. Все, и посъебну отсюда. Сваливаю. Противник впереди. Блин, у нас пролет в тылах. Но... Да не надо. В этой дуре где-то АГС стоит ебучий. Да там таск АГСный был. Да я убил его. Ну тогда еще, значит, ГМГ где-то какой-то. Блять, хуйня. Так, я тебя сейчас за этим, где бункер, короче, отцеплю давай, и дальше давай, сам. Давай. Жду задание. А, БРЛС уничтожили, да? Все прекрасно. Все, чинись. Держи, родной, для тебя ничего не жалко! Блин, дай пех. А, пех найду сам. Тебе танкистов могу отдать полный пак. Держи. Эссекс тут, ой, этот, дельфин тут Эссекс уже ко мне пробегает. Да я сделал, понял, сделал я... Сделал так, там... короче, что просто он ко мне не бегал. Не знаю, за него. Сейчас я Игорь возьму. Гусь, еще попала запускать? Сейчас я посмотрю, что там высокоточка призарядилась, нет. Да, призарядилась, запускай. Летит. Артём, подведи корнет, он стоит. Тут можно заработать. А, ребят, я на второй не подойду, потому что я повезу аккумулятор. Если вы меня дождетесь, мне недалеко. Рад, рад, рад. Минут 15 меня не будет. Отлично. Ой, отлично. Ой, справа Шор, это кажется, выбил. Да-да-да-да, убил, молодец, спасибо. Тебе помочь танком справа? Ой, красиво. Бока сжёг справа, не с... Вот этот. Готов? Светишь? Пускаю, я свечу. Светишь? Да-да-да. Ракеты, БРК, гусь, тор, пизда. Да? Слушаю, командир, для ура. Жду задания. Пустил. Свечу. Меня сбили. Уничтожен. На, сука! Саня, прикрой, вон еще справа есть! Саня Кинг. А чё это у меня во что прилетело? Жду задания. А чё, тут уже нет пехоты? Жду задания. А добежим? Народ, надо дивера бы убить, конечно, у нас твой. Блин, сейчас. Танк туда везу. Еду за дивер. А, змея вот долбанула танк. Жду задания. Есть у кого еще дроны? Могу выбить что-нибудь важное. Мой дрон на КД. Если нет, страйкер не можешь, мне почему? Туда неохота суваться. Дивер же тут был? Да, нет, он где-то вот здесь был. Ну сейчас я проеду. А по центру бомбу не успел сбить. Пролет, походу, опять справа. Видел его сейчас. Да, пролет. Убил. Это не пролет. Дивер убил. Блин, по мне пить бомбу. Блять. Причем тяжело, блять. А по аэродрому бомбы пошли. А ты же его собьёшь? Нет. Он не, просто налёт. Он уклонился, тебе говорят. Мы сами убили. Гусь, я себе радар задавил, бывает в жизни такое. Жду задание. Вот тупой. Чем искуплять вину будешь? Ну, смертью Евы я уже искупил свою вину. На всю игру вперед.
Вот эту Еву трахай, трахни ее, пожалуйста. Там все, от нее уже ничего не осталось. Жду задание. Блин, а че он у меня завис? Одна проблема, у меня пехота кончилась. Надо ждать новую. Мне нравится, как ты атолл наперед. А мне говно. Будет выполнено. Это что, хули там происходит у Санчеса? Надо к Санчесу съездить. Блин, опять у меня пехоту вырезал какой-то гавок. У. Санчес, дымись, дымись, Санчес, кстати. А в тур не взвелся нормально. Прикройте меня! У меня взвелся. Ой, перелет походу был, ну ладно. Бах, нахуй, трехочково. Санчес, РПГ. Ну это было больно. Не надо только. Блять, по мне попадание. Уедь, сам пустил. Жду задания. Ой, такие попадания. Жду задания. Это тоже, наверное, шарат какой-нибудь. А, нет, это Джава. Там топка. Жду задания. Да блин, стреляйте, АДС. Единственный выживший, давай. Я мечтаю на спавне бахну. Опять боеприпас скажется. Сливает, наверное. Чё? Сливает, наверное. Я вам покашками его убил. Блядь, Джава, да не надо. Ну не наведись, пожалуйста. Сюда можешь бомбить пехота тут. Блин, козёл! Пушку сломал. Жду задания. Противник по правому борту. Зарядить бронебойный. Страйкер там броня. Это дура мне Азе убила. Пошел нах. У вас только угрожающий такой разрыв. Да сейчас. Я хочу разрыв Евы устроить, блядь. Нет, сожгла меня, ладно. Слишком много РПГ у натовцев, слишком много. Жду задания. Это Америка. О, страйкер еще один. Сука. А, это не цел. С Джавиком. Саня, прикрой, он еще справа есть! Жду задания. Я БМП-3 беру. Пиздец. Как ты? Все дергайся, да? Взял и упал, сука. Сука. Да как я, блин, не попал? Ну ты просто бич. Меня это убивает. Я уже третий раз не попадаю по Брэдлику. Как мне заебало страдать из-за того, что у России нет РПГ, блядь, в отрядах. Чё, у России нет РПГ? Блин, ты хоть предупредил, что ты туда кидаешь. Я вообще не кидал эту. Да, блядь, ебитесь. Я у них дроны захватил. Молодец. Блядь, я суициднулся от этого дрона. А чё у нас дыра такая правее меня? Да-да, я только что заметил, сейчас закину туда. Я, конечно, понимаю, что потеря, но все-таки надо как-то закрывать это. Будет выполнено. Да ну, Брэдлик выжил! О, Саня все-таки запушил нормально. Ну ты ж козявка, а. Ну слушай, тебе помочь можно? Туда бомб пыталась секрет запушить. Поверь, Гусь, танки сделали больше, чем твои бомбы. Да куда фугас? Летит фугас? Их там укатали просто в хлам. Я недооцениваю мощь компьютеровщика.
Ну, блядь. Все-таки два В-3-х взорвали нахуй эту карту. Да, давай, блядь, в упор жалы. Я ожидаю дрон. Саньч, там хуйня и... Сука, да, это я тебе, не могу, блядь, стрелять за пацанов. Вы запустите дрон мне. Дрон запустил. Я стрелять не мог, это... А у меня они катапульт натягивают, подожди. У меня там танк чинится, но он без приводов, без пушки. Вон я там, пока не могу ничего запустить, у меня очень мало. Вот вот. Блять, не попал. Да блин, задолбало Брэдли кататься, я по ней попасть не могу уже который раз. У меня вторые пошли по нему. А, я загустила с первого раза. Нашли их. Правда, он отбомбится, скорее всего, по вам, я не успею среагировать. Ладно, да блин! Он мне прям не в молоко, он мне по пехоте отработал. Меня пехоту убил. Ну, пехоту я потом убил. Я бомбардировщиком прилечу тогда. Блин, как он неприятно отработал на самом деле. Жду мне полный отряд убил. Он меня точку пополнения разъебал. На новую цель. Жду задания. Бегут печенеги. За мной! Оп, да нет. Откуда вы, падла, переживаете? Ой, еще один самолет сбили. Еще один. Как заебали меня Димины бомбы. Ну давай! Мы с ТБшник сбит был. Блин! Ну тоже победа. Да не надо! Далее, у тебя есть ремкомплект, а? У меня есть вражеский респ. Ты мне лучше ремкомплект дай один. Ладно, налево бомбить не буду, направо отбомбюсь. У меня просто там не по окопам, пожалуйста. По талам можешь куда. Знаешь, ты куда закинь? Вот сюда. Короче, где засвета нету. Вот по тем темным зонам. Там где-то у них то ли Java, то ли Товка, что-то такое. Вот это убьешь, и вообще отлично. Брэдля приехал. Вон, по барипасам там, да. Брэдли. Жду задания. Жду задания. F-16, не убил F-16, блядь. А, мы выиграли. Блин, теперь у меня, конечно, жесть. Ну, мне понравилось. Мне тоже понравилось. Я поеду.